Всем привет! С вами Стармастер Мьюка Хигай. В этом видео мы посмотрим, как же проводит день наш председатель Пакхангиль. Начинает день с физических нагрузок. Кокосовая вода. Полотенце Супима из высококачественного хлопка. Гигиена, шампунь, кондиционер, гель для душа, пенка для лица. Мочалки, скрабирующие, мист, спрей от выпадения волос, фен и разнообразный уход за лицом. BB-крем, масло для волос. Отличительная черта нашего председателя – шляпа. В ней он работает и выступает. Уже использовано 18 товаров от Томми. К ним добавился текстиль, посуда и продукты питания. Такой прекрасный завтрак товаров из от Томми. Жареный ким, морепродукты, соевая паста, редька, кимчи, даже ветчина, орешки, уже 43 предмета. На десерт кофе cold brew из Кении. Пришло время принимать витамины и БАДы. Здесь у нас омега, сопальметта, лютеин, гинкайната. Расторопша для печени, мультивитаминный комплекс, турмацин для суставов. Вот такую горсть нужно выпить большим количеством воды. Далее председатель по 2 стика пьет витамин С, фаэнзайм, пробиотики, джиншень, гранулы, псилиум, хемохим 2 стика и нони. Столько БАДов выпивает наш председатель, ему сейчас 64 года. Прополис спрей, жвачка, маска для лица. И так председатель едет на работу. Вашему вниманию Atomy Park, главный офис компании. При входе санитайзер, руки обрабатываются, а также сканируется температура тела. Встречает новых участников Atomy подарком. Пакхангиль записывает очень много видео, и в этом ему помогает также продукция. Термос с напитком и салфетки. В комнате отдыха председатель пьет зеленый чай, ест конфеты, орешки, капустный сок и вода также есть у Atomy. Мыло для рук, крем для рук. Продолжается рабочий день. Идет совещание. И как видите, работникам Atomy также помогает продукция быть в тонусе. Это кофе, сок, чай грибной. Когда приходит вечер, председатель возвращается домой и ужинает он сегодня картофельным раменом и кимчи. Очень вкусно. Ну что, пришло время вечерних процедур.
чистим зубы и используем уходовые средства. Мужской набор и набор Абсолют. Крем питательный. Крем вокруг глаз. И тканевая масочка. Таким образом, наш председатель даже в 64 года остается молодым и здоровым. Спит председатель на матрасе Томми. Подушка ортопедическая, очиститель воздуха. Спокойной ночи. Почитайте, а сколькими продуктами вы пользуетесь в день от Атоми.